Лидер палестинского движения «Хамас» заявил, что бомбардировка израильских территорий, которая произошла 12 марта, была самозащитой. По его словам, это стало ответом на ликвидацию трех боевиков группировки «Исламский джихад». Он также обвинил Израиль в эскалации насилия. В среду юг Израиля подвергся массивной бомбардировке со стороны сектора Газа. Ее назвали самой крупной за последние два года. На территорию государства упали 57 ракет. Три были сбиты противоракетной системой «Железный купол», остальные упали на открытой местности. Восемь ракет разорвались в пределах населенных пунктов. Жертв удалось избежать. В ответ на это самолеты ВВС Израиля атаковали ряд объектов в секторе Газа, которые принадлежат Хамасу и Исламскому джихаду. Удары были нанесены по более 20 целям, о жертвах информации пока не поступало. Великобритания и США осудили бомбардировку со стороны сектора Газа. Они также отметили, что Израиль имеет полное право принимать действия, которые направлены на защиту своих граждан.